Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, сегодня у нас понедельник, для меня почти уже вторник, потому что 11 часов вечера. Так что, друзья мои, пришел только с работы, и, наверное, мы успеем с тобой сыграть сегодня только в арену. Потом я пойду баньки. Ну что же, забираем награды, и у нас Эйприл, конечно же, обычная Эйприл. Так, 50 ДНК, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Так, забираем здесь тоже награду нашу. Так, дальше мы начнем. Вау, у меня задания еще не откатились, странно. Так, ну, тогда откроем колоду с тобой. Бустануть, друзья мои, не получится, но попытаемся подняться как можно выше сегодня на арене. Как бы, чтобы добиться быстрее топчика, ребята. Вот это я понимаю, ребят. Смотрите, у нас турнирная арена, и разыгрывается Донни, Донателло, да. Это у нас какой, ролевой получается? Так, а что у нас по испытаниям? Ох, ё-моё, Супер Шреддер будет разыгрываться на этой неделе, друзья мои. Это шикарно, на самом деле. Это круто. Так, Лига Лео. Тут мы с тобой... Вот он, парень. Ха-ха. Значит, друзья мои, мы Лео с вами на этой неделе 100% поднимем в 5 золотых звезд. Надеюсь, кстати. Посмотреть надо, каких тут персонажей. Но все равно постараемся дойти до него. Постараемся, друзья мои. Ну и девичья сила, как мы знаем, я ее прохожу на изи. И нужны мне вот эти три персонажа: Эйприл Кунаичи, Шинигами и Белочка Алапекс. Точнее, Лисичка, да? Так, ну что же, а у нас сегодня турнирная арена. Сейчас мне будет очень тяжело пробиваться среди этих бизонов, но я попытаюсь что-нибудь сделать. И начнем, наверное, с тобой искать 11-11, если получится, конечно, вытащить по кубкам. Нифига, ребята, не хотят. Ну ладно, давай начнем тогда с этого момента. 10-10, идем в самый конец наших персонажей. И берем вот эту вот троечку. Эта троечка у меня уже, наверное, полгода начинает турнир. Ну, что поделаешь. Так, давай быстренько сейчас разберем. У меня уже, честно говоря, глаза слипаются. Я очень сильно хочу спать, устал сегодня. Завтра, ребята, отработаю денек, и будет короткий выходной. На коротком выходном попробую как можно больше снять видосиков для вас. Как говорится, для запаса, потому что потом пойду в ночь работать. Две смены, сам понимаешь, да? Тоже есть хорошо. Так, ну что, первая победа у нас замечательно прошла, и мы с тобой переходим, ну, в Лигу Воинов. Понятное дело, тут никаких проблем с этим никогда не было у нас. Единственное, что вот у меня 76 монет. Погоди-ка секунду. 76 монет. А мы с тобой должны сколько? Вау. Так все, друзья мои, все, вот. Вот он, Лео, классика у нас в кармане, друзья мои. Идем в список. И вот он, красавчик, ждет. Только единственное, чего у меня не хватает, так это 10 тысяч мутагена. А у меня 4 тысячи. Ну, согласись, мы сейчас пройдем с тобой арену. И у нас будет достаточно мутагена, чтобы его провести в пятую золотую звезду. Ну что, друзья мои, а мы пока продолжаем, да? И у нас здесь есть кандидат. Я думаю, что я возьму Мердан. Мердан. Так, у нее здесь 18 уровень. Для нас, в принципе, это не помеха. А вот и Донни. Да, давно пора его провести уже в 4 серебряных звезды. А там, глядишь, и в золото перелетит, да? Будем на это очень надеяться. Потому что этот Донателло, на самом деле, очень даже неплох. У него есть массовая атака, у него есть отхил. Да и вообще он мне нравится. Тем более атака с постепенным уроном. Она навешивает постепенный урон. Ты представляешь? Если практически как у Саги, друзья мои, становится вот этот Донателло, как у Саги, только есть еще хил. Там, кстати, надо будет посмотреть, какой у него еще скилл есть на последней прокачке. Так, ну что, друзья мои, смотрите, как тяжело идем. Не перешли мы с собой на воин 2 звезды, точнее 3 звезды. Но это и понятно. Я вам говорю, что сейчас будет все очень сложно. Если бы я начинал игру бы на самом откате, вот как только произошел откат, да, час плюс-минус, у нас бы все было бы отлично, поверь мне. А сейчас я буду очень-очень тяжело пробираться. Мне, возможно, даже придется потратить свои откаты, чтобы добраться до лиги
Сёгунов 3 звезды. Какие 3 звезды? Дай бог мы дойдем сегодня до 2 звезд. Ну, в общем, посмотрим. Так, минус Эйприл. Бросим туда бомбочку им. Пускай немножко помучаются. Так, Макман. Наверное, будем... Нет. Уничтожаем с тобой Бибопчика. Но он не упадет. Он не упадет. Ну и пробить они нас тоже не пробьют. Пускай они хоть что тут сделают, у них все равно ничего не получится. Так, Макман выживает еще. И Донни 100% его добивает. Отлично, друзья. Двигаемся с вами дальше. Сегодня хотел, конечно, поиграть в Spiritfarer. Ну, это для второго канала. Мне так хотелось сегодня духа спасти еще одного, да? Но, видимо, не судьба. Будем этим заниматься с тобой завтра. Так, ну что же, Лига Воинов 3 звезды, 70-е место. Это только самое-самое начало. Мы с тобой разогреваемся. И здесь я возьму, пожалуй-ка... Да вот-вот. Микельви. Ну да, почему? Потому что, ребята, уровень маленький. А кубки, как видишь, наравне с 21-м и 20-м уровнем. То есть выгоднее брать, конечно же, вот этого бойца. Так, значит... У нас там с тобой, по-моему, еще 30-нички, да? Да, еще 30-нички отыгрываются. И буквально вот с шинигами начинаются 40-е уровни. Так что не будем раскисать, а будем бомбить. Так, здесь, конечно же, нужно... по идее, Пита надо уничтожать. Давай, наверное, с него и начнем. Ну, Майки тоже не забывай. Хитрый жук. Сейчас начнет бафать команду на атаку. Или же, наверное, не успеет он. Ну-ка, попробуем. Да, он не успел. А кто не успел, тот опоздал. Ты это сам прекрасно знаешь, и мы добиваем Карайку. Все, шикарненько, идем, друзья мои. Я надеюсь, что сегодня у нас лига пройдет без потерь. Надеюсь на это очень сильно. Мы не будем с собой рисковать, как я обычно делаю, да? Беру в команду слабачков, а потом еще и сильных каких-нибудь. Нет, сегодня сделаем с тобой все по фэншую. Будем перестраховываться. Так, и как ты видишь, уже враг 25 уровень. Как-никак наклевывается. И кубков 12-13. Выберем с тобой, пожалуй-ка, Максвелла. Это оптимально для нас будет в данный момент. Для наших 40-х уровней. Тем более здесь не прокачанные персонажи. Это Шинигами, Роксиди. Вот кожеголовый красавчик. С помощью него, наверное, мы здесь с тобой каточку-то, в принципе, и зарулим. Так, а у него Бакстер Стокман, Крип, Эйприл. Ну, Эйприл нам здесь не нужна, согласись. Поэтому начинаем с нее. Хиллеров сразу же в первую очередь уничтожаем. Вот таким вот образом. Теперь я, пожалуй-ка, наверное... Да давай, наверное, ударим по Крипу. Раз повышенная атака. И надеюсь, что кожеголовый... Так, секунду. Тогда делаем вот таким вот образом. Ну, а Донателло нам уже здесь не страшен. Он даже не попадает по нам. Так что можно было даже не переживать по этому поводу. Ну что ж, друзья мои. Мы с вами эту каточку зарулили. И продвигаемся, естественно, дальше. А дальше сложнее. Так, куда мы с тобой? Так, 26 место. Элита, да? Одна звезда. Ё-моё. Но зато я тебе скажу следующее. Вот мы сейчас идем с тобой, очень тяжело, да? И вероятность того, что нас скинут, очень-очень низкая, маловероятно. Потому что мы с тобой уже идем, как говорится, по устоявшимся ступенькам. То есть бойцы уже подрались, да? Кто-то занял определенные ниши, и мы с тобой двигаемся именно в том направлении, ну, вверх, естественно, но уже по устоявшимся канонам. То есть они уже не будут между собой драться, нам просто надо их продавить хорошенечко и закрепиться тоже на определенном месте. Так, ну что же, берем вот этих ребятулек. Немножко опасно, потому что здесь Бибоп 30 уровня, но единственное, что меня утешает, он все-таки в бронзе. А мы с тобой в золоте. Так что начнем с Монда Гека. Так, секунду. Теперь массовый удар от наших кроликов. Ну что ж такое-то? Нет, я все-таки добью Монда Гека. Несмотря ни на что. Теперь я попробую добить Тимати. Замечательно. Теперь можно будет брать Бибопа в расход. Ну и там уже... Там уже второй Бибопчик у нас. Все. Проще парень репы, и мы с тобой переходим уже на 2 звезды. Где 2, там и 3. Сейчас посмотрим, какую позицию мы еще с тобой заберем. Если где-то будет 50-е, то вообще изи. 70-е.
Боюсь, придется нам с тобой здесь еще два боя сделать. Но ничего страшного. Выбираем с тобой Габриэля. Берем Габриэля. Тихо, тихо. Куда ты, стопман? Да елки-палки, Розар бежит, сломя голову. Так, 40-е уровни. Здесь Макман 40-й, но... Хотя, в принципе, волноваться не стоит. Да, конечно, здесь есть у него два массовика-затейника, да? Это у нас нейтрализатор и Карайка. В принципе, Донателло тоже массовую атаку имеет. Но у них есть хил. А у меня нету хилера. Так что давай-ка сделаем, наверное, вот так вот для начала. Отлично. Так, теперь бросим баллончик Кейси Джонсом. Слушай, отлично. И Макман всех добивает своим ураганчиком. Вот и все. Вот и расписали мы этих ребятулек. Вообще даже не поморщились. Ну что же, двигаемся с тобой дальше и... Должны перейти, наверное, нет? Да, ребята, мы переходим на элиту 3 звезды, но ранг вижу 98. Вот здесь придется действительно два боя делать. Чтобы перейти в сёгуны. Да-да. Ну а, как говорится, от сёгунов до... Точнее, от самураев до сёгунов там рукой подать. Кого будем брать? Вот. 13-16. Но ты посмотри, какой здесь уровень. 36-37. То есть уже пасочка есть, да? Своя такая. Давай-ка мы здесь перестрахуемся с помощью... А мне нужен массовик. И это, скорее всего, будет... Блин, а кого же взять-то в массовые эти атаки? Давай я возьму Ванюшку сюда. У меня есть, конечно, Крэнк 45 уровня, но так как он не прокачанный, соответственно, удары у него будут такие, слабенькие. А Ванюша, ну, более-менее прокачан. Более-менее. Так... Тут еще морозильная кошка. Вызываем Дуралеев. Так, и Ванюша должен, по идее, всех положить. Да. Вот именно на такую стратегию, ребята, я и рассчитывал. Я думал, честно говоря, что Крэнк все-таки звезданет. Но он не успел, он там проспал. Проспал свой, как говорится, звездный миг. А мы попадаем с тобой на 35 место. Отлично просто. Так, здесь нам надо выбрать, наверное, Франко. 38-36 уровень противника. Крис плюс Донни и Лео. Тут уже, друзья мои, шутковать не стоит, поверьте мне. Возьмем тогда конкретных ребятулек. Белку я пока лису брать не буду. Возьму, наверное, Донателло Видение. И сюда же вот команду возьму Майки. Нет, нет, не буду я Майки брать. Я возьму, наверное, Джастина. У Джастина, конечно, тоже массовые атаки не прокачаны, но я думаю, что он возьмет именно за счет своего уровня. А здесь нужно нам с тобой бомбить кого? Да всех. Давай-ка вот так сделаем. Ага. Теперь массовую. Угу. Повесили два постепенных урона. Наверное, уничтожим с тобой. Ну, попытаемся, по крайней мере, Лео. Ё-моё. Так, Джастин, ты меня не подведешь, надеюсь? Красавчик. Так, теперь мы с тобой должны добить, наверное, Донни. Так, слэш. Слэш психует. Так, этот умер от постепенного урона. И мы добиваем слэша. Слэш уничтожает слэша. Прекрасно, я считаю, сейчас было сыграно, ребята. Так что все у нас под контролем. Никого пока не потеряли, и слава богу. И мы теперь с тобой, да, наконец-то добрались до самураев. Ну что же, на самураях будет уже немножко сложновато. Возьмем с тобой мы Джереми. Уровень 35-36 даже есть. В принципе, я пока не вижу никаких проблем, если честно, вообще не вижу. Я могу взять сюда тигра. Тигриный коготь или шархан, как я его называю. И попробовать... А что пробовать? Начинаем вот с этого массового удара. Ёлки-палки, ребят, вот это да. Вот это он звезданул. Я, честно говоря, даже сам не ждал. Но он 70 уровня, ты не забывай об этом. И дрались мы против 36 и 34. Естественно, он, если бы даже не ушатал, так очень мало здоровья бы им оставил. Так, ну что, самурай 2 звезды уже, в принципе, после этого боя готов нас встретить. Мы с тобой берем Танию. Так, и здесь Воут. Вот, смотри, 44-42 уровни. Вот здесь уже все, ребят. Начинается конкретный отсчет.
То есть уже шутить, ну, никак нельзя. Понимаешь, да? То есть мне приходится брать в свою команду кого-то из имбовых персонажей. Потому что вот ими я уже вряд ли смогу пройти. Нас либо расколбасят, либо еще что-нибудь. А мне сейчас проигрыши совсем не нужны, если мы хотим с тобой занять достойное место. Вот сейчас, в данный момент, мы переходим уже в самурая две звезды. Ведь переходим, конечно. Так, 83-я позиция. Два боя нам еще нужно с тобой подраться, чтобы мы перешли с тобой в сёгуны. Ну что ж, давай попробуем с тобой это дело провернуть. Смотри, как прикольно, да? Кубки 14-17, 14-17. И здесь 14-17. Но ты посмотри на уровень. Здесь 41-38, а здесь 38-39. То есть даже 40-х нету. Плюс бронза и серебро. Я буду брать вот эту команду, ребята. Франко. Именно с ним хочу подраться. Мне кажется, это просто золотая жила для меня. Берем вот этих вот наших бойцов 50 уровня. Я думаю, даже они смогут завалить, но перестрахуюсь все-таки нейтрализатором. Если что-то пойдет не по плану, я надеюсь, что его суператака сможет всех здесь уничтожить. Хотя не забывай, что у него есть хиллер. Ну и Макман тоже довольно неслабый персонаж. Отлично, понизили атаку, но правда только Крису. Ага, Майки, естественно, повышает. Вот сейчас мы можем, ребята, с вами так влететь. Давай-ка мы с собой тоже, наверное, вот так вот сделаем. Еще, скорее всего, подожди-ка, у нас ускорение, ну, есть, значит, не будем с тобой делать, наверное, хилять. Нет, хилять я пока тоже не хочу. Давай вот так комочек бросим с тобой, снежный. Ага, так, нейтрализатор, давай, не подведи меня, родной. А, друзья мои, а почему это получилось? Потому что Леонардо фильм сделал ускорение, да, то есть мы с тобой очень быстро ходили, и повышение атаки. То есть это вообще круто. Повышение атаки, а нейтрализатор он сам по себе, да, по уровню был повыше. То есть у него и так атака была нехилая. Так еще под бонусом, ну ты сам видел, какой итог вышел. Ну что ж, друзья мои, а мы с вами выбираем, наверное, здесь. Здесь мы выбираем Светлану. Этого маленького светлого человечка мы возьмем с тобой для спарринга. Так, и возьмем, наверное, вот так вот. И плюс перестраховка. Смотри, 41 уровень, да? 9 уровней разница, но по звездам, конечно, они здесь очень-очень сильно отстают. Поэтому, я думаю, мне здесь паукуса будет за глаза. Можно было бы, конечно, взять Тимати как провокатора, потому что хиллер у нас есть. Но я решил взять массовика все-таки. Да, возможно, прогадал маленько, но ничего страшного, друзья мои. Добьем с тобой, наверное, Донни. Я не хочу, чтобы он ставил щит. Блин, а у меня не получается. Тогда давай клан футовцев призовем. Отлично, Шредер меня не подвел здесь. Так, наверное, уничтожим с тобой Макмана. Отлично. Ну и добиваем Шредера. Друзья мои, отлично, моя команда работает, все как полагается. Ну, заметь, что когда я сделал массовую атаку именно по укусам, да, у них очень много еще жизни оставалось. Причем никого не уронили. Ну, а мы с тобой переходим уже, как говорится, на самурай 3 звезды. И это еще разогрев, ребята. Отсчет у меня начинается уже с лиги сёгунов. Я уже вам говорил об этом. Так, ну что же, тут у нас 14-18. Давай посмотрим, может быть, нам дадут 15-19. Но я, конечно, честно говоря, сомневаюсь в этом. Ну, воу, 14-17. Люциана. По-моему, мы уже как-то с ним встречались на поле боя. Так, 43-44 уровень, друзья мои. Тут уже действительно баловать не стоит. Возьмем тогда Донни. И возьму я, наверное, сюда Тимати. Почему Тимати беру, ребят? Ну, потому что это провокатор. Это защита наша. Почему Донни? Потому что это дополнительная защита. А Хан, естественно, дебаф. Дебаф, и как видишь, все очень хорошо получилось. Они все с пониженной броней. Так, теперь мы можем сделать вот таким вот макаром. Ёлки-палки, вот что делает, ребята, пониженная броня. Донателло их просто ушатал. Ну, конечно, он 80 уровня, тоже об этом не стоит забывать. Но все-таки он бы без дебафа вряд ли бы смог их всех уничтожить, практически всех. А так,
Большая доля полегла. 58-я позиция, друзья мои, у нас. И нам остается, наверное, бой, ну, максимум 2. И мы уже будем в сёгунах. Здесь выберем с тобой Эндрю. Это однозначно, даже не спрашиваю, почему его. Я думаю, уже и так всем прекрасно понятно, почему именно его я взял. И в эту команду, да, в эту команду, друзья, надо брать Усаги. Почему Усаги, ребят? Бойцы не слишком сильные для Усаги, да, но слишком сильные, как бы тебе сказать, не сильные даже, а могут разобрать моих бойцов. Поэтому Усаги сейчас сделает вертушку, возможно, кто-то даже упадет. Даже упали все. Я, честно говоря, думал, что он повесит постепенный урон. Но практически он становится как Леонардо. Мне посоветовали его прокачать до 100 уровня. Возможно, скоро мы этим займемся. Так, и нам еще остается последний бой, чтобы перейти в сёгуны. Да, ребята, в сёгуны. И тут я выберу... И тут я выберу Александра, потому что уровень 46, 47 и 49, в принципе, как и здесь. Только здесь нет 49-го. Но зато здесь очень много серебра. Только лишь из-за этого я его возьму. И возьму его, наверное, через Бакстера Стокмана. Крис, подожди пока. Слушай, друзья мои, у меня бойцов-то... осталось-то совсем-совсем чуть-чуть. Капелька маленькая, понимаешь? Возьмем Зека для постраховки, ребята. Что-то я не уверен, что... Муха с Кирби выживут здесь. Без поддержки. Так что, тем более, тут кролики. А ну-ка проверим. Отлично, Крис упал. Ну все, тут хорошо получилось у нас. Разобрали всех с одной, как говорится, ходки. И сейчас смотрим, куда мы с тобой переходим. Блин, да как же так? Персонажи у меня очень, ребята, быстро закончились. А мы с тобой только в сёгуне одна звезда. Рекорд, видимо, сегодня нам не побить. Ну и что? Зато мы прошли лигу. И я считаю, довольно неплохо. Так, сколько у нас еще? Ну да, ребята, очень много бойцов. Точнее, мало. Очень-очень-очень мало. Давай возьмем с собой Леонардо. Хоть бы в лигу сёгунов 2 звезды попасть бы нам. Тоже было бы неплохо. Так, ну что же, делаем вертушку. Они падают. И мы с тобой проходим дальше автоматом. Я могу, конечно, потратить один откат для того, чтобы вернуть Леонардо в команду. Так, смотрим, куда мы сейчас с тобой приземлимся. 49-е. Слушай, подожди, может быть, даже еще придется 2 боя делать, а не один. Так, Лео, давай возвращайся. Раз, два, три, подожди. 4. Че, практически всех отыграл? Да ну, быть такого не может. Да, друзья мои, у нас остался с тобой всего лишь один персонаж неотыгранный. Так, придется нам с тобой, наверное, делать откаты и набирать полную команду, чтобы уже попасть в лигу сёгунов 2 звезды. Иначе не получится. Ну, никак. Печалька, конечно, но ничего я с этим поделать не могу. Не от меня, ребята, это зависит. 13-е место, да, все-таки так и получается. Ну что ж, берем тогда с тобой самого-самого крепкого. Это, я думаю, будет Рик. И забираем вот этих вот ребят. Вместе с Майки, вместе с Бакстером и вместе с Рокзаром. Все, это 100% победа у нас. И, видимо, конец игры. Так, начнем. Не буду я тут никакие уклонения делать. Они просто здесь не нужны против этих-то. Тут, считай, одна имба у меня стоит. Вот здесь вот. Моя команда просто имба. Я еще удивлен, как Роквелл выжил. Каким-то чудом, просто повезло. Ну что же, я надеюсь, перейдем мы с тобой все-таки в лигу сёгунов 2 звезды. Давай посмотрим сейчас итог, нам покажут. Отлично, а местечко 80-е. Ну да, я думаю, что завтра перед работой я еще немножечко поиграю. Так, слушай, подожди, а что у нас еще осталось? А, ну конечно же, друзья мои, развиваем, да. Я думаю, что-то я забыл, так вот, что я забыл. Вау. Ногой в лицо. Леонардо бросает во врага сломанного футбота, увеличивает силу атаки на 60%. Ты прикинь, а сколько вот ходов действует вот эта вот увеличенная атака, не написано. Вижу, что восстановление 5 ходов.
На 60%. Это-то на первом уровне. Ты прикинь, прокачать до шестого. Вау, шикарно. Так, я думаю, что он заслужил еще пару уровней, да, себе? Вот так вот, 47-й, друзья мои. Так, что у нас дальше? Мы... Тут у нас пока все закрыто, но я хочу найти на нашего тигра. Угу, здесь нужно 6 кошек. Давай попробуем сейчас вытянуть их. Раз. Так, одна кошка есть. Нужно... Так, 2. Так, еще 4. Еще 4 кошки. Так, 3. Остается 3. И как всегда, да? Ничегошеньки не получается. Серьезно, что ли, а? Ну, хорош. Да хватит вам, ну. Так, 2 остается, да? А 2 кошки всего лишь. Ну, хватит вам выкаблучиваться. Дайте мне кошку, вот. И последнюю. Так, что у нас там по пицце-то получается? Есть еще, можем тянуть. Так, студенческий билет Эйприл. Мутаген, 80, мало. Да что ж ты будешь делать? Ну, хорош. Кошку мне дайте, мне последнюю кошку нужно, а? Вот как специально, вот как будто не чувствует, да, что ему не хватает одной кошки. Вот, наконец-то. Пока не начнешь возмущаться, тебе никто ничего не даст. Ну что, ребята, нам остается еще 8 очков и будет 6-я ступень. Потом мы с тобой будем прокачивать уже морозный луч. Морозный луч, ну, в принципе, тоже несложно будет его прокачать, но на 3-ю ступень, а дальше там уже будет видно. Так, я за кадром что буду делать? Пойду бить осколки сейчас, в данный момент. А что у нас вообще по осколкам получается? Давай-ка глянем. 370, да? Для того, чтобы прокачать чувачка в платиновый ранг, нам нужно 400. И 300 золотых. В общем, друзья мои, в конце этой недели и начало следующей мы будем с тобой выбирать, какого персонажа перевести в платиновый ранг. Так что ты можешь уже, в принципе, заранее подготовиться, взвесить все за и против и высказать свое мнение в комментариях, кого бы ты хотел. А самое главное, желательно, да? Почему бы ты его взял? Не просто, что он тебе нравится. Да, мне много кто нравится, но обосновал свой выбор. То есть мне нравится, например, Хан, потому что у него есть дебаф. Да, у него есть дебаф, у него большая инициатива. И у него там еще что-нибудь. Или там крит, да, он может вешать провокацию, плюс отхиливаться. Ну вот что-то такое, ребят. Чтобы, как тебе сказать, я читал и для себя делал какие-то определенные выводы. Так, ну что, вроде бы, друзья мои, на сегодня и все. Можно идти спокойненько отдыхать. Отдыхать. Увидимся с вами уже в следующих сериях. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.